августе на петербургской трассе Егора Драйв состоится фестиваль Garage Fest 2023. Главной идеей мероприятия стало объединение людей, увлеченных автомобилями и автоспортом во всем его многообразии. Фестиваль покажет самые разные проявления автомобильной культуры – от ретрокаров до дрифта и дрэг-рейсинга. Это уникальное по своей сути мероприятие, которое позволяет нам совмещать лучшее, что есть в мире автоспорта и автомобильной культуры, и показывать нашим зрителям то, что автоспорт на самом деле очень-очень многогранен, у него много различных вариаций и проявлений. Первый «Гараж-фест» состоялся на Егоре в прошлом году. На этот раз организаторы решили еще сильнее расширить список мероприятий. В их число теперь входят состязания «Формула студент», в которых примет участие 21 команда, причем не только из России, но также из Индии, Казахстана и Египта. В этом году будет более полноценно представлен дрифт. В прошлом году дрифт был исключительно в качестве там, показательного выступления, но при этом не было соревновательной составляющей. В этом году РДС Европа приезжает нам со своим этапом. Любителей дрифта ждут сюрпризы, потому что помимо пилотов РДС Европа, на Garage Fest приедут и звезды российской дрифт-серии RDS GP. Их имена организаторы пока держат в секрете. Не исчезли из программы и уже знакомые посетителям фестиваля события. Это и этап гонок на выносливость, Russian Endurance Challenge и заезды дрэгстеров. Мы будем просто развлекать зрителей, мы будем делать показательные заезды, мы будем заводить наши шумные машины, показывать, как они работают, рассказывать, что важно, как они устроены. Полюбившаяся многим выставка «Автокультура» на этот раз продемонстрирует классические автомобили не только в статике, но и в движении. На второй день фестиваля владельцы ретро-автомобилей покажут себя в слаломе и в соревнованиях на среднюю скорость движения. Машина должна ездить, мы так искренне в это верим, и я очень рад, что мы такую же логику слышим среди большого количества автолюбителей с раритетной техникой. Они тоже хотят не просто красиво стоять, но еще и ездить. Кстати, популярные у посетителей выставки лектории организуют и на этот раз. Должно быть увлекательно, ведь, например, Роман Русинов обещает привезти принадлежащий ему экземпляр суперкара «Маруся» и поведать о нем немало интересного. Помимо развлечений, так или иначе связанных с автомобилями, зрителей ждет насыщенная концертная программа. 5 августа на фестивале выступит Леонид Агутин, а 6-го — Мари Краймбрери.